Ужас, как натирает. Кто эту обувь придумал? Извини, я опоздал. А позвонить не мог, телефон разрядился, вот. Нет, ну, букет мне определенно нравится. Я с удовольствием его приму. Ну, кто вы? А вы разве не Антонина? Нет. Извините. Я вас, конечно, прощаю, но букет уже мой. Извините еще раз, но этот букет предназначался для другой, так что отдайте его мне. Молодой человек, этот букет тоже мне подарили, а для другой ищите другой. Нет уж. Ну смотрите, что вы наделали. Собирайте свой веник. Мужчины совсем разучились ухаживать за женщинами. Пришел, любимый. Какие красивые. Стась, я думала, ты не придешь. Вообще-то я Тимур. Руки убрал, козлина. Я что-то не понял. Что вы не поняли? Ты же говорил, у тебя нету парня. Это кто? А вы Стас? Да я сентпеншую Стас. Кто тут мудила с веником, что тебя за жопу лапал? Да я никого не лапал, она сама мне на шею цепилась и начала целоваться. Я что-то не понял. Я его впервые вижу. Хотя тебя тоже впервые вижу. Но тебя я люблю, а его нет. Хотя вроде тоже ничего, симпатичный. Ты чё, Маня? Ой, блин, опять фигню сморозила. Да козел он, Стас, и лапал меня. Воспользовался моей невинностью и открытостью. Да какой невинностью? Да ее невинностью уже многие воспользовались. Ты что несешь, пацан? Так тебе и надо, козлина. Не бабы, а дуры сплошные. И не говорите. А вы кто? Антон. Но для друзей можно просто Антонина. А вы разве не Тимур? Нет. Жаль. Ничего, не расстраивайся. Это какой по счету был уже? 19-й. Ага. А каждый 20-й – латентный гомосексуалист. Я, как психиатр, это точно знаю. Так что следующий 100% наш клиент. Ты же говорила, что каждый 10-й наш. Плюс, может, ты другую тему для диплома возьмешь? Что значит другую тему? У меня через 3 недели защита уже. Может, нам другие методы попробовать? Ну реально уже надоело. Что значит другие методы? Латентный гомосексуалист может проявить себя только после того, как разочаруется в женщинах. На моем эксперименте за одно свидание он разочаровывается 2-й. Поэтому если бы среди них был бы хоть один гей, он бы сразу проявил себя. Может, ему просто Антон не нравится? Да нет. С такими ресничками он не может не нравиться. Хватит, Стас! Скажи лучше, сколько время? 5:53. Блин, скоро следующий придет. Так, быстро все по местам, быстро!